Всем привет, ребята! С вами я, Игроляндия. И сегодня мы поиграем в зомби против растения 2, но без двух первых клеток. Нас приветствует такая заставка. Как раз Египет. Мы будем сегодня проходить остров Египта. Если вы наберете 5 лайков, то, может, будем проходить другие острова. Начало. Проходим 5 обычных... Проходим 4 базовых уровня. Получаем солнышко. Дополнение к рядам. Получаем орех. Получаем картофельную мину. Взрываем ведроголовых. Получаем капустопульту. Понимаем принцип капустопульты. Получаем перец чили, соус. И по приказу безумного соседа отправляемся в будущее. Ознакомимся с суперспособностью растений. Получаем суперспособности. Удаляем эти растения. Удаляем быстрые растения, чтобы они не помешали. Фух, смогли. Побеждаем зомби с помощью снежков и получаем карту. Получаем листочек, но из-за того, что подсолнухи стоят на втором ряде, убираем быстро подсолнухи, пока они ничего нам не дали. Побеждаем с помощью ульты 4-горбного жирафа. Получаем бумеранг. Играем в конвейер. Убиваем всех с помощью ульты бумеранга. Получаем пиньяту. Улучшаем горохострела. Получаем заморозку. Покупаем пиньяту. Опять играем в конвейер. Сражаемся с Гаргантюа. Эта битва очень будет легкая. Получаем пиньяту. Проходим 7-й уровень и получаем 2 пиньяты. Ладно, я пошутил. 3 пиньяты получаем. Проходим 8-й уровень. Проходим 9-й уровень, получаем могилоеда. Гениально! Он стреляет в зомби, но сам он же не попадает в него. Шампурием зомби на мясо. Даже одной ульты хватило. Получаем опять монетки и проходим 10-й. Понимаю, что сосед дал почти то же самое. Проходим 11-й уровень, получаем пиньяту. Впервые встречаемся с фараоном. Взрываем фараона. Получаем пиньяту. Проходим челлендж, какой и есть. Пройти без 2 клеток первых. Ну, сейчас будет, наверное, легче, потому что это было осознанно. Проходим 13-й уровень, получаем бонг-чоу. Проходим 14-й уровень, получаем монетки. И открываем садзен. Проходим 15-й уровень. Получаем опять пиньяту. Проходим 16-й уровень, получаем монетки. Проходим 17-й уровень и получаем дополнительный слот для... Для как его? Для листков. Mm-hmm.
Проходим 18 уровень, получаем монетки. Проходим 19 уровень и получаем 2 стрела. Проходим 20 уровень и получаем... Проходим 21 уровень и получаем улучшение, что при каждой новой игре у нас на 25 солнышек больше будет. Проходим 22 уровень. Проходим 23 уровень, получаем 5. Проходим 24 уровень и получаем двойной подсолнух. И напоследок битва с зомбоссом. Все, я прошел босса, и мы получаем ключик от следующего острова, от пиратского острова. Но пиратский остров мы уже будем проходить в следующий раз, поэтому я вам сейчас покажу статистику. Статистика. Сложность 3 из 10. Умер я раз, сколько это? 1. И смог я пройти это челлендж в этом острове без 2 клеток? Да.
Ну а с вами был Игроляндия. Если вы поставите 5 лайков, то я выпущу новую серию про уже остров пиратов, как я буду проходить, но без двух клеток. А с вами был Игроляндия. Всем пока. Пока.